Здравствуйте! Добро пожаловать на московское футбольное дерби. Мы в лучшей лиге мира. Первая лига, Мелбет первая лига. Восьмой тур завершается матчем между Родиной и Торпедо. Это, если можно так выразиться, проблемные претенденты. И поехали. Слева от нас в первом тайме ворота Торпедо. Их защищает Егор Бабурин. Он играет под 12-м номером. Полевые игроки. Смотрим атаку Родины. Это Гордюшенко. Передача в штрафную. Вот какой тонкий пас. Выход 1-1. И гол! 1-0! Иван Тимошенко забивает уже на исходе третьей минуты матча. Вот это да! Первая же настоящая атака Родины привела к взятию торпедовских ворот. И Иван Тимошенко забил свой пятый мяч со старта нынешнего первенства Мелбет первой лиги и догнал Машукова из Алании. Родина в атаке. Родина здорово начала этот матч. Подача в штрафной. Удар опасно. Как опасно было. Максим Турищев рвет и мечет. Турищев в прошлом туре забил свой первый в жизни мяч во взрослом футболе. Забрали 3 очка. Такая прекрасная передача. Султанов. Удар. Снова вратарь играет здорово. И еще раз. И еще раз. Нет, нет, не забили. Мухаммад Султанов мог отличиться. Но выше всяческих похвал сыграл Егор Бабурин. Он на ваших экранах. Вот что такое сохранить классного вратаря. Тишков Данных, он очень рослый, мощный. Он очень здорово внизу работает с мячом. Смотрите, какая хорошая передача в штрафную Родины. Момент. Городовой спасает. Городовой спасает. Как здорово принял мяч Енин. Вы знаете, такой прием сделал бы честь, наверное, любому футболисту из пятерки топовых ведущих чемпионатов. Штрафной удар назначен в сторону ворот Родины. Рейна. Подача. Гангация. Штанга. Штанга. Ну, правда, там игра уже остановлена. И я так понимаю, что ассистент главного арбитра среагировал. Оценим. Оценим. Да, 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 да. Глаз алмаз у ассистента Игоря Панина. Рейна успел поднять голову, оценить ситуацию. Весли против него. Рейна пасует. Юзепчук. Пас чуть назад. И удар с дальней дистанции. Енин пробил, Рейна подает и бьет! Бьет! В дальний угол забрасывал за шиворот городовому. Вот на такой высокой ноте, высокой черно-белой ноте завершается первый тайм. На розыгрыш Кубка СССР СНГ. Тот турнир, который выиграл Спартак. Манелов! Удар поворотом! И никто не мешал прицелиться, и никто не мешал оценить ситуацию и понять, куда лучше бить, в какой угол. Но удар получился неточным. Ираклий Манелов. Я слыхал, что он изучает греческий язык. И кто его знает, может, и в футбольном смысле пригодится. Ну, как вот, например, Родина создавала в первом тайме, когда тащил торпедовский вратарь Бабурин. Вот момент! Амур Калмыков! 2-0! Ну и снова на тему бывших. Обмолвился, что второй забитый Родиной мяч поставит точку в торпедовских попытках набрать очки сегодня. Но посмотрим все-таки, как будет на самом деле. Конечно, Калмыков очень хладнокровно сыграл, но перед этим очень здорово головой сбросил ему мяч Иван Тимошенко. 4 минуты компенсировано. Атака Торпедо. Рейна. Заброс в штрафную. И еще передача на дальнюю. А если бы как попытался акцентированно кивнуть и в дальний угол направить мяч, нежели техничному футболисту, плеймейкеру. 2-0. Финальный свисток прозвучал. И Родина победила Торпедо. Тимошенко и Калмыков забили. Великолепно сыграл Тимошенко. У него гол и результативная передача.